Глава МИДа Армении Арарат Мирзоян заявил, что верит в достижение мирного договора с Азербайджаном. Есть сложности, есть проблемы, конечно, но мы верим, что достижение мирного договора с Азербайджаном возможно. Со своей стороны мы прилагаем конструктивные усилия для поиска решений. Говоря о подписании договора, необходимо согласовать важные моменты. Среди них взаимное признание территориальной целостности и демаркация границ на основе Алматинской декларации 1991 года, сказал Мирзоян в интервью аргентинскому телеканалу. Отвечая на вопросы, касающиеся партнерства с Евросоюзом и НАТО, Мирзоян отметил: «Мы демократическая страна и хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский Союз являются основными партнерами. Мы также увидели, что ЕС готов направить гражданскую миссию, и ситуация на границе значительно улучшилась. Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Мы пытаемся обеспечить свою безопасность, и на Западе есть хорошие партнеры», — сказал Мирзоян. По его словам, невозможно скрыть проблемы, которые существуют в отношениях с Россией. Сотрудничество охватывает различные сферы, поддерживаются хорошие связи в сфере безопасности, но верно и то, что сегодня у нас разные мысли, и, проще говоря, мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть. Мониторинговая миссия ЕС в Армении не зафиксировала необычных передвижений на границе с Азербайджаном. Представители миссии вели наблюдение на границе весь день. Ситуация спокойна. Необычных передвижений не зафиксировано, говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии в X. К этой теме также обратился специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойва Клар. По его словам, приятно получить подтверждение о том, что никаких необычных передвижений военных замечено не было. В этом и заключается цель миссии – обеспечить большую прозрачность и укрепить доверие. По-прежнему открыты для более активного взаимодействия с властями Азербайджана, заявил Клар. Ранее Минобороны Азербайджана обвинила Армению в концентрации живой силы и боевой техники, а также интенсивном движении войск на разных участках границы. В свою очередь, оборонное ведомство Армении опровергло сообщение Баку, отметив, что утверждение азербайджанского ведомства не соответствует действительности. Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании призвал Армению и Азербайджан к переговорам. «Я призываю к переговорам между Арменией и Азербайджаном, чтобы при поддержке международного сообщества они могли продолжить диалог, помочь перемещенным лицам и прийти к мирному соглашению», — сказал понтифик. Россия и Армения продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в банковской сфере. Обсуждение продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Конечно, экономические учреждения, компании, банки и другие финансовые учреждения принимают меры. Это не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации. Это возможно. Мы вместе с армянскими друзьями продолжим пути обсуждения и компенсации, сказал Песков. Число преступлений в Армении в 2023 году выросло на 8,1% по сравнению с 2022 годом, сообщает Генпрокуратура. В частности, в 2023 году зафиксировано 40 666 преступлений, в 2022 году 37 612. По данным ведомства, увеличилось в частности количество преступлений средней тяжести. Число преступлений в Армении в 2023 году выросло на 8,1% по сравнению с 2022 годом, сообщает Генпрокуратура. В частности, в 2023 году зафиксировано 40 666 преступлений, в 2022 году 37 612. По данным ведомства, увеличилось в частности количество преступлений средней тяжести на 23,9% и тяжких на 20,4%. Резко выросло число особо тяжких преступлений на 90,7%. Если в 2022 году было зарегистрировано 880 подобных преступлений, то в 2023 году уже 1678. Количество смертельных инцидентов в вооруженных силах Армении в 2023 году возросло, сообщает прокуратура. В прошлом году зафиксировано 54 смертельных случая против 32 в 2002 году. 19 солдат погибли от пули противника против 14 в 2022 году. 3 человека были убиты, 2 погибли в автомобильных авариях. И 17 человек скончались в результате неосторожного обращения с боеприпасами и другими опасными веществами. К последнему пункту относится также гибель 15 солдат в январе 2023 года при пожаре в селе Азатки Гашгульникской области. Также было зафиксировано 5 случаев самоубийства по неосторожности, 2 случая доведения до самоубийства, 1 случай смерти от удара молнии, 1 смертельный случай от удара током и 4 смерти от различных болезней.
Президент Турции Реджеп Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в Турции. Правящая партия «Справедливости и развития» не смогла добиться желаемых результатов на муниципальных выборах в Турции. Спустя 9 месяцев после нашей победы на всеобщих и президентских выборах, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись, сказал он. Отметим, что по результатам местных выборов в Турции главами 35 регионов, в том числе Стамбула и Анкары, станут представители оппозиционной республиканской народной партии. Однопартийцы Эрдогана выиграли выборы в 24 городах. Сразу два члена республиканской партии заявили, что спикер Конгресса США после 9 апреля намерен вынести на голосование законопроект об американской помощи Украине. Конгресс США возвращается с пасхальных каникул 9 апреля и будет работать до 22 апреля, когда он снова должен уйти на недельные выходные. Телекомпания CBS сообщает, что законопроект о помощи Украине должен быть проголосован еще до 22 апреля. Вместе с тем, как пишут американские СМИ, пока не ясно, в какой именно форме Конгресс сможет одобрить помощь Украине.